Это известно выборы, чем они закончатся. Это выборы так, фу, никаких, Вера Ивановна. И сколько это еще будет продолжаться? Я не знаю, почему молодые вот молчат. Неужели им все это нравится? Неужели они не понимают? Ужас просто. Я вот, мне 83 года, такого безобразия. Вот насколько я была недовольна советской властью, но такого безобразия, как сейчас, вообще не было. Тогда хоть что-то впереди там светило, понимаете? Квартиры какие-то получали, там то все, а сейчас что? Нельзя сидеть одному 20 лет. Он уже, глаза замылились у него уже. Он уже ничего не видит. Его уже врут ему все. Понимаете, он посмотреть на него противно. Я вот его видеть не могу. 20 лет сидеть. Ни стыда, ни совести. Понимаете? Ни стыда, ни совести. Правильно сказал Невзоров, подонок.